большой. Вот, случайно тут затерялся маленький значочек, но о нем мы уже говорили. Ленинград, 1976 или 5-й год. Подтерлась чуть-чуть надпись. Чемпионат мира. Даже не могу понять, если честно, что за вид спорта. Честное слово, как не увеличивает. Камера это, ну это понятно, чтобы, хочу вынести этот значок отдельным фильмом, чтобы кто-то подсказал мне, что это за соревнование. По крайней мере, тут можно прочитать, Ленинград, 75-й год, чемпионат мира. Чемпионат мира. Цена значка 20 копеек. В 1975 году это немного, но и не так уж мало. Я не могу понять, что тут изображено. Случайно тут. Ну, это не случайно, значочек. Ленинградский СССР, чемпионат мира в Ленинграде в 1975 году. По какому виду? Цена. Тридцать копеек. Боже мой. Когда-то в ранний период, ну, примерно в этот же, за 10 копеек можно было купить небольшое эскимо. Три мороженое. Не съешь мороженое и имеешь мороженое, сами понимаете. Съел, его больше нет. А значок вот он. Моя дорогая жена отказывала себе, личной порции мороженого. Добро. Если стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы... Вот это попробуйте. Вам...